И снова здравствуйте, дорогие друзья и подписчики, с вами как всегда Драйвер51Рус. Значит, версия игры у нас ни хренашечки пока-то не изменилась. 03.03.16, да? Spin Tires. Так. Ссылочка на игру найдете в группе, в разделе ссылки. Сегодня, значит, поедем мы на полигоне. Опять у нас... Да, продолжаем обзорить слитые Серегины моды. Значит, ЯС у нас будет 214 версии 2. Он приватный был тоже буквально до недавнего времени, да. Вот такой давайте ночь день сделаем. Вот такой обалденный опять же мод. Вид из салончика глянем. Да, что тут у нас? Фотографии как-то стоит, не даже видите. Все, салончик, текстурочки, все. Как говорится, best of the best, как обычно. Текстуры тут, колесики классные. Давайте увеличенные посмотрим, колеса такие. Шоссеечки. Ух ты. Ну это вот, по-моему, на старом ЯЗе, наверное, на первой версии такие колеса были. Да, давайте поедем. Я поеду на шоссейках, на этих. Заведем. Это у него звук. Это звук. Так, крас-запаска, где она? Ага, есть такое дело. Ставим две запаски, ребята. Воздухан. Где у нас воздухан? Есть воздухан, ставим. Воздухан. Дальше что-то у нас цистерна. Давайте ясборд. Мышками, ребята. О, я бог. Давайте поедем сразу его загрузим, да? Этот борт. Загрузим этот борт. Загружаем. Так, сейчас подождите, наверное, делаю маленько потише. Что-то у меня ощущение, что... хреново должно быть слышно. Так, вот продолжить. Так, короткие, но обычные, дрова так у нас. Ну да, выглядит в принципе все офигенечко, как обычно. Ух ты, классный такой, конечно, ядик. Так, гараж, давайте борт скидываем. Да, цистерна. Ага, ох, ребята, офигенная цистерна, кстати. Цистерна, яс, трейлер цистерна. Упс, что-то не хочет она ставиться. Как-то, наверное, кривовато стоим. Сейчас мы ее один хрен, опа, прилепим. Есть контакт. Слушайте, вообще их смотрится обалденно. Как-то выехать на солнышко надо, что ли. Цепочка, ребята, вон видите, на подножке болтается. А, можно колеса поменять, кстати, под цистерночку такие. Оп. О. Офигенно. Может как-то его. Так вот. Маленький болях это толбанный. Скрин-то надо как-то сделать нам. Упс. Так, вот у нас такая цистерна. Скидываем цистерну, скидываем эту цистерну. Черт, все. Больше у нас не болтать. Панелевоз еще, ребята, есть. Что надо? Ястрактор, так. Ястрактор, вот он. Панелевоз. Ага. Есть у нас панелевоз. Так, ставим туда колеса под панелевоз. Все, поехали назад. Грузить панелевоз поедем. Ой-ой-ой. Большой панелевоз, елки-палки. Ну, сейчас мы встанем. Как говорится, поудобнее как-то тут в темноте вот и, конечно.
Так. Плиты. Бац, плиты. Есть плиты, ребята. Сколько очков? Что-то, блин. 6 очков. Прикольно, кстати, смотрится. Ну-ка, попробуйте это скинуть. Так, скинули груз. Опа. Есть полено, но что там как-то у нас не до конца. Маленько назад его буду. Надо бы как-то сдвинуть. Попробовать еще раз что-то. Ну, немножко, ребят, вот. Точка погрузки. Ну, это все может поправить. Можете даже, кто скачает, к Сереге обратитесь. Я думаю, Серега там сильно цену не загнет. И подправит вам всю эту хрень. Вот. И все будет классно. Так, ладно. Панелевоз. Давайте загрузим его и сразу скинем. Так, где он есть? Панелевоз. А, наверху, может быть, еще что-то есть. Так, бортовая платформа. Это все по дефолту. Платформа лесовоза. Маячки, защита кабины, запасное колесо. Все это ставится. Гаражные части, ремонтные части, панелевоз. Вот мы смотрели только что. Во, вот, ребята, еще нашел. Ага. Так, что, цемент сюда грузится, кстати. Хоп, 8 очков. Ни хрена себе. Так, а задний брызговик. Все шевольпится, ребят. Ни хрена себе хороший аддончик такой классный. Скинуть груз. Бум. Дечь упала. Я просто. Есть, да, он пиндос где-то там внутри. Ага, он должен быть наверху. Ну, это тоже, ребят, все можно поправить. Можете к Сереге обратиться. Я думаю, что реально человек не загнет там цену. Человек адекватный, поэтому все тут нормально, я думаю, сделает. Ну, или кто-нибудь другой сделает, я понимаю. Один хрен кто-нибудь сделает, короче. Ну, аддон прикольный, конечно, классный. Сейчас, ребята, к тому же мышками сейчас быстро разберут эти, блин, аддоны, все это дело, конечно, расползется, раскрасят в цветочки, в собачки, мать их, идти. Ну, дефолтное, конечно, все это цепляется. Давайте я не буду дефолт цеплять. Ух, это же платформа с краном есть. Так. Давайте я поставлю цистерну, вот эти колеса, и сниму сцепы. Была, где она есть? Цепь это где? Ту-ту-ту-ту-ту. Вот она. Так, борт, цистерна. Вот, наверное, в таком макаре, ребята, я и поеду по полигону на Серегином Язе. Вот. Блин, скрин, конечно, не сделал. Тот, который мне хотелось бы, что-то я протупил опять, как обычно. Вот такой, ребята, конечно, яс вообще зачетный. Все тут, видите, мишка стоит как положено. То есть это еще не крас, это яз. Почти язь, ёпуна мама. Ссылочка, ребят, на мод будет под видео на канале, также в группе. Качайте мод. Замечательный. Серега мод офигенный. Уже я писал на него обзор. Но был он в привате, данный модик. Мод вообще отличный. Конечно, слили говнюки, как обычно. Что делать? Как говорится, не без этого, да? Но вот не будем уже долго тут распространяться. Все знают прекрасно, из-за чего, почему и как там что слилось. Из-за кого все это слилось. И я думаю, что нечего рассусоливать. Все везде уже там люди написали. Откуда чё, чей камень огород летел, да? А пострадали, как обычно, мододелы, да, и обычные игроки. Вот, ну, что делать? Такова, как говорится, сука, жизнь, да? И мы вот опять лицезреем обалденный мод от Сереги Пасечника, как говорится.
надеюсь, что Серега после вот этих сливок не завяжет делать обалденные моды. Ну, хочется на это очень сильно надеяться. Я думаю, что Серега сделает еще лучше моды и просто будет тщательнее выбирать, кому их продавать, давать, продавать, я не знаю. Чтобы больше такого, можно сказать, в принципе, не повторялось, да? Хотя такое было всегда. Ну, просто дело времени, как бы, говнюков-то везде хватает. Вот. А мод, конечно, как обычно, из 5 на жирную 5 прям просто обалденная машина. Дефолтный крас курит в сторонке нервно. В принципе, тут по аддонам свои эксклюзивные такие аддончики, функционалы, прицепчики, плюс еще полностью дефолт у него, ребят, цепляется, так что мод достоин, как бы, обалденного внимания. Так что еще раз повторюсь, ссылочку, ребят, найдете и в группе у меня, и под видео на канале. Еще раз повторюсь, будут розыгрыши у меня в группе на 2000 человек по группе. Давайте не будем уже в грязь тут соваться, проедет он там, просто уже пишу не первый обзор, уже устал тут в грязи ковыряться. Будет желание, скачайте полигон и прокатите тут все, посмотрите сами, как он едет. Проходимость у автомобиля хорошая, подвесочка играет, присутствуют анимашки, текстурки обалденные, все. Все, как говорится, на высоте. Вот. Будут, ребята, розыгрыши, да, говорил, не говорил, даже не помню. 25 раз в день все же говорю на обзоре. То будут розыгрыши, как будет 2000 человек в группе, 2000 будет, когда человек на канале, то есть у меня, то есть и там будут розыгрыши, будут разыгрываться через рандомайзер. Так что, ребят, подписывайтесь в группу, делитесь видео по репостам, по рандомайзеру, там, по всему этому будут проходить розыгрыши лицензионных игр стимовских. Так что будьте активнее, ставьте лайки, смотрите видосы, делитесь видосами, как бы, и все будет хорошо, кому-то из вас повезет. Причем там уже больше 1900 с лишним человек в группе, и также на канале тоже 1920 там с чем-то человек уже, это точно на канале, просто недавно заходил, смотрел, было. Так что вот-вот, буквально как только до 2000 там и там дойдет, будет, ребята, розыгрыш и по группе, и по каналу. Так что будьте активнее, будьте внимательнее, ставьте лайки, делитесь видосами, будет вам удача, кому-то из вас повезет, кто будет самый активный, самый внимательный. Частенько пишу видео, ребята, без голоса, без микрофона, просто ночью, поэтому пишу, не включаю, люди спят, сами должны понимать, поэтому просто глазами смотрите, сами понимайте. Я обычно там все аддончики там просматриваю, колесики прощелкиваю, то есть, как бы, можно, в принципе, и не говорить, потому что, как бы, люди отдыхают, а я сижу тут ночами, пишу обзоры, так что бывают обзоры просто тупо без звука, без микрофонного, да, без голоса. Поэтому не обессудьте. Все, тут свет, ребята, работает, все мигает, да, все горит, все мигает. Вот, поэтому уж не обижайтесь, если там просто, скажем, идет обзор мода без голосового сопровождения, да. Песни не пою, не рассказываю ничего. Поэтому, да, в принципе, и так все видно. Кому надо, тот все увидит и поймет, да? Так что прошу понять и простить. Вот. Блин. Ну, в принципе, машина прямо для спинтайреса. Все, видите, тут все говнище проезжает. В принципе, блин, надо было хоть его заправить, что-то мимо заправки проскочил. Ну ладно, бог с ним. В принципе, анимация вся, ребят, хорошая.
Даже, ребят, смотрите, вот антенки вот эти на крыльях болтаются, заметьте. Как бы тут поближе-то подзаснять-то. Короче, скачайте, посмотрите, антенки в натуре болтаются. Как цепочка вот эта болтается, можете с салона посмотреть. А, вот видно из салона, ребят, вот слева, видите, антенка, вон. Вообще, вообще. Вон, видите, как она дрынчит. И вторая также болтается. Присутствует, ребята, анимация. Может быть, даже и рычаг болтается. Нет, рычаг не болтается. Вроде. Не видно. Но антенки точно болтаются. Ух, лабаш болтается. Вот трясет его. Слушайте, а может он открывается? Там окошко-то нет. Точно, ёпкарный пиндос. Охренеть. А мы тут едем. Капот, ребята, открывается. Можно капот заглянуть. Что тут у нас? Моторище, все. Вон, две головы. Все как положено. Ёшкин кот. И окно открывается. Я думаю, какого хрена тут болтается? Ну-ка, давайте сейчас сюда сядем. Все, ребята, с открытым окном. Все. Вот вам кондиционер. Кондиционер на лицо. Советского производства. Охренеть. Вот и антенка вообще, видите, как хорошо. Тут видно, что она дрыгается, да? Так, ну давайте тут по подвеске поехали. Мы тут по неровностям, да? Брызговички, все тут, все шатается, все болтается. Стекло с кондиционером сработает. Да вот. Вот же ж раньше-то народ мучился, блин, ни кондиционеров, ни хрена не было. Ну, давайте сразу же тут нажмем. Звук, конечно, своеобразный у него такой, ребята, свой. Ух. Ну, все, без проблем, мод по щеке, садись, езжай, обалденно. Если мало ли там кому-то что-то надо, то там подправить. Обращайтесь к Сереге, Серега автор. Я думаю, что с удовольствием поможет. Даже можно ему там денежку заплатить за помощь. Человек старался, делал. Думаю, не зря. Мод вообще просто отличненький. Сейчас мы что-нибудь прицепим к нему другое, наверное, да? Чего? А, ну, вон этот сцепку я, ребят, поставлю, сделаю еще пару скринов. Все, подвесочка мягенькая, видите, отрабатывает все эти ухабы, скажем так. Выбоины проходит на ура. Выбоины. Прям, может, так и хочется сказать другое какое-нибудь слово плохое. Давайте что-то пытать-то мучить с прицепом. Давайте прям с прицепом тестом зафигачим. 37, 8, 9. Ну, 40 тоже с прицепом вяливает практически. Вот вообще, ребят, классненький. Ах, все, нет, не писец. Я думал, уже все, писец, короче, пришел. Думал, размолотим эту тачку. Давайте протащим вот тут подальше от этого, от асфальта. Вот тут на фоне моря, да? Ой-ой-ой, тут уже тень, вот назад. Давайте вот тут пощелкаем его. Так. С этим я хотел щелкнуть потом гараж. Давайте снимем эту нахрен защиту дефолтную. Где она? Защиту сняли. Так, прицеп надо. Я цистерну сняли. Это сняли. Сцепку надо. Сцепку я с трактор, да? Панели ВОЗ. Пипец, без панелей. Вот тебе. Писец сняли. Ладно, бог с ним, тоже как бы. Тоже хорошо, скажем. Да?
Пусть без панели. Сейчас колеса другие обуем. Ладно, пусть будет без панели, хрен с ним. Как-то вот так. Давайте сделаем. Панелевоз. Что там еще был? Цементовоз. Цементовоз. Где он там? Где-то тут должен быть. Вот он. Есть. Угу. Давайте с такими колесами. Жесткими такими колесилами. Вот такой, ребята, классный ЯЗ-214 версии 2 от автора Сереги Пасечника. Слили, конечно, досадно, но, как говорится, что не делается, все делается к лучшему, ребята. Вот такой вот у нас приватный модик, который был приватель, да? Ну, что-то надо, давай. Вот как-то так надо его шлепнуть. Со светом. Или без света. Давайте без света вот такой вот мы шлепнем. На превьюшку, на видос. Вот такой, ребята, классный мод от Сергея Пасечника. Это бывший приват, ребята, слили только буквально его, вот буквально в течение там 3-4 дней, да. Вот, ссылочка будет на данный мод, ребята, под видео на канале, также в группе. Проходите, будут розыгрыши. Подписывайтесь в группу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видосами. Сереге огромное спасибо за качественный, хороший мод. Говнюки пусть остаются говнюками, как бы. Плакаем в руку, барабан на шее. Серега, не расстраивайся, все будет хорошо. Сделаешь все лучше, и все будет нормально. Ну, слили так слили, как бы, чего уж тут не поделаешь, ничего. Держись, крепчайся, как говорится. Крепись. Все, что делается, все делается к лучшему. Все будет хорошо у тебя, все будет отлично. Все будет на 5 баллов. Будет еще лучше, чем было. Так что не переживай. Вот. Все, с вами был, ребят, Драйвер 51 Рус. Всем удачки, всем пока. Пока-пока.